нарушение требований пожарной безопасности штрафные санкции в отношении граждан увеличены от 2 до 3 тысяч рублей. Должностные лица понесут наказание в размере от 6 до 15 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели до 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица от 150 до 200 тысяч рублей. Также уточнены санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. На граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных от 15 до 30, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 и на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.